Вот, получил карточку. Апгрейд зовут. Как вы видите, в настоящее время магнитола без GPS. Вот здесь, где должен быть GPS, вместо этого медиа. А радио, которое должно быть там все вверху, оно вверху отдельно. Значит, делаем по инструкции. Берем, выключаем. Выключили. Достаем карту. Сейчас будем надеяться, что все это у нас сработает, как оно должно сработать. Легко сказать, достаем карту. Сейчас мы ее... Ага, вот, открылась. Так. Вот она, такая же карточка, точно у моей жены, на машине уже штатно, той, что куплено в Болгарии. Так, вставляем карту. И включаем. Так, ничего не произошло. Пробуем сейчас машину выключить полностью, чтобы произошел холодный старт магнитолы. Включаем. Произошло. Все, карта на месте. Огромное спасибо. Выложу видео на страничку. Очень доволен. Благодарю.